При попытке обновить Android вам выдается сообщение. Сейчас у сигнала сети низкая мощность. Для продолжения перейдите в место, где мощность сигнала выше. Причем сообщение о слабом сигнале выдается даже если жопой сели на роутер и интернет прекрасно работает. Но судя по нескольким страницам комментариев, накопившихся за несколько лет на ForPDA, проблеме этой подвержены исключительно девайсы Acer, которые известно супер-пупер качеством и великолепным отношением к владельцам устройств под маркой Acer. В общем, Acer тупо отключила нахер серваки откуда ваш девайс пытается загрузить обновление. Так что обновиться у вас не получится. Но вы особо не переживайте, вот а обновление по воздуху это зло, потому что оно не обеспечивает основной задачи обновления. Поэтому идите на сайт Acer и ищите там свежую прошивку под свой девайс. Если ее нет, то значит девайс по меркам Acer старый, и она забила хуй не только на вас, но и на него. Так что если не найдете свежую прошивку, то попробуйте поискать альтернативную сборку от умельцев. Когда прошивка для вашего девайса найдена и скачана, перешивайте девайс полностью шнурком или с карты памяти с полным удалением всего старого говна только так. И это форшмак.